Внимание! Неполадки в системе подачи воздуха. Thank you.
пятнице. Опасное состояние атмосферы. Пониженная гравитация.
Опасное состояние атмосферы. Опасное состояние атмосферы. Опасное состояние атмосферы. Ремонт завершен. Внимание! Неполадки в системе подачи воздуха.
Покиньте опасную зону до окончания ремонтных работ. Запуск капсулы через 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Запуск. Спасибо, Морган. Спасибо, что сделали это. Несмотря на Фрэнка. Я передаю вам координаты одной полезной вещи. Я не смогла вывести ее со станции. Но, может, она пригодится вам. Внимание! Неполадки в системе подачи воздуха. Покиньте опасную зону до окончания ремонтных работ. Внимание! Критический уровень кислорода. Воспользуйтесь дыхательным аппаратом. Внимание! Неполадки в системе подачи воздуха. Покиньте опасную зону до окончания ремонтных работ. Внимание! Критический уровень кислорода.
Воспользуйтесь дыхательным аппаратом. Изучаю. Ваш костюм цел.
Внимание! Руководство станции объявило тревогу. Всем сотрудникам немедленно собраться для переклички и ожидать дальнейших распоряжений. Сканирование завершено. Поступен новый псионный навык.
Вечер, Талос. Начинается регистрация на шоу талантов станции Талос. Вы можете зарезервировать ячейку у Галена в жилой секции.
Добрый вечер, Талос. Сообщение от мисс Элазар, директора службы безопасности. Из уважения к личному пространству ваших коллег, использование терминалов охраны допускается только по особому разрешению. Если ваша униформа не синяя, у вас вряд ли есть разрешение.
Запрос нового оператора. Медоператор Фэмстар, класса пирамида 490. Диагностируем. Похоже, у вас вонулся тяжелый день. Это не долг. Заполните анкету для пациентов, чтобы я мог лучше помочь вам в будущем. Thank you.
Добрый вечер, Талос. Напоминаем, что все сотрудники Талоса-1 обязаны проходить ежемесячный медосмотр. Доктор Деврис обещает проводить его быстро и безболезненно. Сканирование завершено. Доступен новый псионный. Навык.
В детстве тебе не раз доводилось проскользнуть в мою комнату, взломать мой компьютер. Я помню, как тебе удалось испортить файлы галактических конкистадоров. Я сломал тебе руку, когда узнал об этом. Теперь жалею. Но по-прежнему не люблю, когда ты лезешь в мои вещи.